Сегодня мы поспрашиваем у взрослых, какое было их детство. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, каким было ваше детство? Трудная пора или золотое времечко? Золотое время. А хотели бы вы снова стать маленьким? Если да, то что бы вы сделали в первую очередь? О, изменил бы все ошибки, какие сделал до этого. А хотели бы вы снова стать маленькой? Если да, то что бы вы сделали в первую очередь? Да, хотелось на дошкольный период, когда мы бегали в квача, играли, прыгали, скакали везде, в жмурки, прятки, там, я не знаю, одно и то же, правда. Вот, было очень весело, в принципе. А сейчас все дети, все в телефонах, как-то неинтересно у них проходит детство. Да, я хотела бы стать маленькой, и если бы это произошло, то я бы хотела, чтобы мои папа и мама жили вечно. Вы такие молодцы, вы такие умнички. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы никогда в мире не было войны, чтобы вы проявляли свои таланты, свои умения. А что вы хотите пожелать современной детворе? А что вам можно пожелать? Здоровья вам, радости в жизни, улыбаться все время. Счастливого детства, самое главное вам. Современной детворе я бы пожелал больше гулять на улице, меньше планшетов и развиваться, постоянно развиваться. Хотели бы снова стать маленьким? Если да, то что бы вы сделали в первую очередь? Конечно. Наверное, спала бы в обед. Что бы вы пожелали современной детворе? Не хотели так быстро повзрослеть и наслаждаться детством, пока оно у них есть. Мои воспоминания, в большинстве все-таки было хорошо мне уже в детстве. И особенно такие случаи, як я вчився просто плавати, мене просто за ноги за руки взяли і кинули в ставок на глибину. Я навчився плавати тоді. Страшненько було, але хорошо тоді. Що б ви пожелали сучасній дітворі? Цінити, скажімо, дружбу, саме головне. Мати вірних друзів і завжди слухати старших. Хоча я цього не роблю.